Активно голосуют и в отдаленных районах Югры. К примеру, в Березовском. В районном центре насчитывается около 5500 избирателей. С 8 утра и до 8 вечера в Березовском районе работает 20 избирательных участков. Из них 5 в самом Березово, 6 в Игриме, 2 в Саранпауле и во всех остальных по одному. Как отметил житель Березова, участник СВО Алексей Захаров, участие в выборах президента страны – гражданский долг россиян. Мы обязаны думать о своем будущем и выбрать президента Российской Федерации.